7 августа. День рождения Михаила Юрьевича Грушенева. Группа «Кадр» решила собраться снова здесь, в гостеприимном клубе «Эмплейс», как я его называю, наш саратовский там-там, чтобы вспомнить самые-самые забойные хиты группы «Король и Шут». В прошлом году, к сожалению, когда вся эта хрень началась, я помню, мы делали этот концерт с прямой трансляцией в онлайн, у нас было всего 5 зрителей, сегодня у нас уже такой прогресс, потому что с нами вы самые классные, ваши аплодисменты друг другу. Ну и сегодня мы будем вспоминать много из группы «Король и Шут». А что еще хочу сказать, сегодня у нас, помимо того, что мы будем вспоминать все самые забойные вещи, ну а там незабойных нет, конечно, из группы «Король и Шут», вспоминать Миху, вспоминать музыкантов группы «Король и Шут», у нас будет небольшая такая традиционная лотерея, поэтому те вот квиточки, которые вы получали сегодня на входе, оставляйте. У нас тут приготовлены небольшие сувениры, я думаю, что они скрасят память об этом нашем сегодняшнем речи. Под ваши бурные аплодисменты, группа «Кадры» начинает сегодня в день рождения «Горшка» вспоминать группу «Король и Шут». Поехали! Thank you.
что, продолжаем, потому что на самом деле мы сегодня, когда выбирали, что же будем делать из этой программы, ну, был очень такой большой выбор, потому что группа «Кадры» очень много играет из творчества Михаила Горшенева, Андрея Князева, группа «Король и Шут», но мы выбрали, наверное, самые-самые те вещи, которые нравятся нам, которые нравятся вам, самой классной публике, которая сегодня, несмотря на какие-то там запреты, пришла, чтобы отметить день рождения Михи вместе с нами. Ваши аплодисменты друг другу! Нашего концерта сделать что-то такое, повспоминать, ведь когда говорят, что и пишут в каких-то мемах, Горшок, спасибо, что ты пел мне сказки, да, кто-то там говорит, что он никогда не называл это сказками, на самом деле все песни группы «Король и Шут» — это такие законченные истории, на самом деле маленькие, компактные, рассказывающие о каких-то вот различных историях, да, вот о смысле той или иной какой-то судьбы, да, поэтому, наверное, мы когда начали играть эту программу, и у нас было сначала 2 песни, 5, 7, 20, 30, в арсенале группы «Кадры» 43 вещи из творчества группы «Король и Шут», ваши аплодисменты. То есть нам это нравится, и мы будем это делать, пока вместе с нами вы, самая классная публика. Поэтому еще раз хочу сказать, у нас были приглашения на эту дату и в Питер, и в Балаково, но мы все-таки решили сделать это в родном Саратове, в нашем замечательном клубе, в самой нашей классной публике. Ну что, Брага-то где? Есть Брага, да?
недавно. Макс, у тебя есть брага? У вас есть. Ну, брагу хочу, да? Ну что, продолжаем наш концерт! Своим классным женским бэк-вокалом. Аплодисменты! Ну что, продолжаем? Я не слышу! Старые пираты! Ну что, готовы? Я не слышу! Let's go.
сюда. Таня, вот мы недавно с тобой раздавали маленькие сувениры. Давай, давай, выходи. Сейчас узнаем первых счастливчиков, которые мы приготовили сегодня такой, ну, небольшой подарочный мерч от группы Король и Шут, да, скажем. Вот. Ответ, ночь без сна, в окно смотрит луна.
Друзья, чтобы немножко пообщаться, отдохнуть. Ну что, готовы? Да! Отлично, у нас сегодня вечер, день рождения Михи. Ваши аплодисменты! Нашей памяти. Поэтому группа «Кадры» всегда 7-го начинает свое выступление. Темнел за окном, наступала ночь. За кухонным столом сидели мужики. Ведь у них был на пить, подпишет дождь. И тут я не душа, где вы?
У меня тут пароль картишек завалялся. А вот здесь у меня такие карты. Опа! Смотри, Макс, валет и дама сразу. Кто не верит, следующую вещь, наверное, мы сделаем, как мы это делали на фестивале «Правый берег» в этом году. Были, кстати, здесь люди, которые... Давайте пошумим! Это был классный фестиваль.
фестиваль, я не знаю, Костик ли здесь, да? Здесь, да, президент клуба «Верста 64», Константин Пилов. Все-таки классный был фест, и очень здорово, что мы его сделали. Костя, мне недавно сказали, что было 2500 людей, да? Я прав, да? Вот, отлично. И мы сделали это все вместе. Вот, и Константин, вот здесь, президент клуба, ваши аплодисменты, Костя. Иди сюда, давай, выходи. А что ты там? Я тебя хоть посмотрю здесь, на сцене. Давай, давай, ваши аплодисменты, человек. И фестиваль в Саратовской области на 2500 человек прошел. Давай, Константин Кулов, выходи. Мне очень приятно, что Костя приехал. И я вот немножко, это такая еще немножко музыкальная хитрость, чтобы музыканты отдохнули, да. Ну и послушай, уважаемый человек, ваши аплодисменты. Ну, буквально пару минут. Ты приехал, это классно. Ну, наверное, итоги фестиваля, и что будет в следующем году, потому что в этом 2021 он прошел, а народ жаждет что-то дальше. Микрофон Константину. Нифига! Я другой скажу. Я скажу вот что. Ребят, конечно, сегодня концерт посвященный, конечно, памяти Михаила Плешинева. Я правильно понимаю? Группа, которая действительно ее можно слушать, это кто хорошо знает, я так понимаю, что вы все любители. Да. Они исполняют свои песни, пусть они коротенькие, они исторические. Там фэнтези, там мистика, все что хотите. Они веселые. Но все, что делает группа «Кадры», вот уже с Сережей Уткиным, да, который человек лично такая творческая, ты где? Я всегда его вижу в костюмах, переодетый, всегда весело, всегда, блин, исключительно хороший концерт. И сейчас этот концерт очень большой. Я хочу сказать вот что. Вечная память, конечно, Горшку, Мише Горшеневу. Да, респект ему и уважение. Мы будем помнить его творчество до тех пор, пока будет выступать группа «Кадры» и Сережа Уткина. Тебе спасибо большое. Все, что ты делаешь, с твоим таким энтузиазмом, ты понимаешь, тебя любят. Я всегда от своих ребят скажу, рад и готов видеть тебя на наших фестивалях. Как и в этом году, готов их видеть. Спасибо, Константин. Ваши аплодисменты президенту клуба «Верста 64». Обязательно сегодня повод. Костя, ты понимаешь, я стараюсь, чтобы это. У нас сегодня хороший репертуар, 25 вещей, мы выбрали это мощный такой гик, как сейчас модно говорить. Ну, Костик сказал правду, потому что на самом деле, если бы не было группы «Король и Шут», группа «Кадр» не собралась бы вот в таком составе. Ваши аплодисменты, все вот это. Если бы не было бы группы «Король и Шут», к нам не пришли бы вы, самая классная публика. И когда нам предложили в сегодняшний день сыграть в Санкт-Петербурге, мы просто сказали, что мы приедем к ним в октябре, а сегодня мы должны сыграть просто для наших друзей. На самом деле, да, мы поедем в Москву в октябре, в Санкт-Петербург, в Санкт-Петербург. Нам интересно сыграть на родине Горшка, да, вот в тех вот залах эти песни, потому что, ну, на самом деле, нам это нравится, и это нравится вам. Это главное. Пока это есть, мы будем это делать. Ваши аплодисменты, друзья. А следующую вещь мы всегда и это делали на правом берегу памяти Михи, да. Потому что вот с нами считаем Миха здесь, и он где-то, вот как я сказал тогда на сцене, он, наверное, все это видит. Он с нами! И мы когда это делаем, вы знаете, я вам когда сказал, ты будешь петь «Король и Шут», я бы, наверное, лет 10 рассмеялся, но ничего не заикайся никогда. Потому что на самом деле все приходит в свое время. Ну и, наверное, эти вещи нас объединяют. Ваши аплодисменты. Ну и следующая вещь, если вы зашутите в память о Михе свои телефоны, фонарики, я так думаю, что это будет классно. Давайте, давайте, не стесняйтесь, всего 5 минут батареи. А, наверное, где-то там это будет оценено как годы жизни. Thank you.
нашей лотереи, потому что у нас еще буквально есть несколько таких вот сувениров. Наверное, это будет классный такой памятный подарок, если вы очень вещи. Татьяну вызываю, потому что в нашей тут пиратской треуголке еще есть несколько карточек, но это Анюха тянет. А ваши аплодисменты. Константин выходил, мы вспоминали, сейчас, погодите, да. Когда я сказал на правом берегу, ну что, все здесь выходите, я херел просто. Я не видел, что 30 девчонок выйдут перед сценой. Обычно мы выбираем трех девушек, выдаем им шапочку, они передают ее после каждого куплета. Но на правом берегу перед сценой вышло 30 девчонок, это есть на видео. Я после этого понял, что в этом конкурсе не главное, как бы, вот количество, а главное, как себя чувствует наш участник. Поэтому передаю тебе вот самый смелый такую шапочку. А все девчонки, вот здесь вот делаем такой танцпол небольшой. Все-таки песня такая шуточная, да, и мы все-таки сегодня вспоминаем светлую дату, день рождения Михи. Поэтому, девчонки, не стесняйтесь. Тебя как зовут еще раз? Оля. Будет передавать шапочку, да, следующим, да, девчонкам. Поэтому давайте, давайте, все наши ритмочки, я хочу вас видеть. Давайте, выходите сюда. О, отлично, еще. Где ведьмы? Ведьмы, где? Ведьмы, я. Отлично. Девчонки, все просто. Вы двигаетесь, а мы это все исполняем. Наши ведьмочки, ваши аплодисменты, девчонка, которые сегодня у нас жгут. Давай шапочку, давай их визит, мы их вот сюда сделаем. Ну что, продолжаем? Yeah.
могла. Не спи, Оксана. Ты крикнул. Тихо, все как обычно. Включи отвод. Но я думаю, что вы тоже не против. Ну что, дальше? Я не слышу бурно. Вы не скажете? Ну, сикарты я раскидал. Сикарты я раскидал, одного джокера я ставил здесь, по-моему. Джокер выкинул. Наш визор и дурака, главный наград.